заморочиться, так сказать. You stay here, okay? Yeah, come back. Просто это такой, куда ты не просто в свое время, свою жизнь еще пойду. Ну, я не говорю, что я из-за денег это делаю, но я люблю кушать, я люблю, когда у меня есть краска. Я там не довожу до такого, чтобы была тачка, знаешь, как бы. Она понадобится, когда уже станут проекты такие, которые надо перевозить, переносить только из-за этого. Так, я на улице всю жизнь. Это улица, то есть стиль жизни, наверное. На улице, чтобы понимать, чувствовать какие-то тонкости, моменты, где нужно что-то подметить, подчеркнуть, а что-то наоборот убрать. Истинное искусство сидит в темноте и молча, я считаю так. Оно не будет пиариться, вставать на подиумы, хотя я сам это делаю, но истинное искусство, оно очень глубоко, в темноте, в холодном месте, все равно.